Я буду тебя любить, даже когда я буду на небе. Ебать колотить, чё за детский лепет? Может прямо сейчас, сидя в самолете, расставить все точки над «и» и подумать о разводе. Ой, бля, ёпта, это будет полный пиздец. Надо попробовать представить себе самую жесть. Я знаю, что будет как минимум весело. Сколько тем она подкинула мне для новых песен. Сколько свободного времени, тусовых денег, куча хорошо позабытых движений. Сколько народу от меня отвернется сразу, блять. Вот ты, урод, обещал, что будешь любить Айзу. Я согласен, без базара. И даже мне самому очень нравилась наша пара. Но я изначально предупреждал, что далеко не подарок. Это был единственный раз, когда я не соврал. Может, это плохо, может, хорошо. То ли Айза бросила Леху, то ли он сам ушел. Может, это хорошо, может, плохо. То ли она сама ушла, то ли ее бросил Леха. Может, это плохо, может, хорошо. То ли Айза бросила Леху, то ли он сам ушел. Может, это хорошо, а может, плохо. То ли она сама ушла, то ли ее бросил Леха. Один момент в этом во всем меня беспокоит. Я хочу, чтобы Сэм был абсолютно всем доволен. И я не скрою, ужасно стыдно перед ним. Не позволю, чтобы этот бандит рос одним. В поисках покоя я прыгнул за руль своего Тахоя и дернул в ближайшее Подмосковье. Взял себе домик, готовлю гэнгста комнату для своего бэтбоя. Сразу позову его, когда все устрою. Да что я, у меня все под контролем. Кое-кого расстрою, в норме даже и здоровье. Мы пишем историю, навье готовим, а вы не сохнитесь. И продолжайте молча мониторить. Ой, ведь что бы я делал без вас, а? Без палева большого косого глаза. Но я на связи, я хуйни не несу, я все рассказываю, как только так сразу.